А сьогодні в нас прямо зараз виступ людини, яка в минулому році разом з Жолдиз Арезімбетовою поділили номінацію «Кращий спікер», вони були переможцями. На сьогодні Жолдиз Арезімбетова, на жаль, її немає серед учасників. So next speaker is peculiar in that he with another speaker from last year conference took the prize for being the best speaker. Але у нас є переможець минулого конкурсу на кращий спікер, це Віталій Осадчий. So here present is Віталій Осадчий, one of the prize winners of last year contest. Який є нашим офіційним перекладачем. Oh, he's accidentally our official translator. І я передаю йому слово. So, my time to talk. Название презентации – это Artificial Intelligence and Machine Learning Algorithm to Assess the Reliability of a Scientific Paper in Scopes. Как машинный, как, как искусственный интеллект и машинное обучение может помочь определить аутентичность статьи, которая предоставляется для эконометрической базы в Scopus. Мой личный опыт перевода. Итак, в 2017 году был принят Министерством образования Украины закон о образовании, в котором конкретно указано, что такое академическая честность, академическая добропорядочность. И для просто кратко, на первом месте среди этих дефиниций, среди официального языка украинской науки, это использование чужого интеллектуального труда. Именно вот как в мире поступают с теми, кто занимается плагиатом, кто использует самоцитирование и использует плагиат. Это статья из английской газеты Guardian, датирована 22 сентября 2022 года, то есть это всего 2-3 недели назад, о том, как видный хирург доктор Пол МакГрори, опубликовав повторно, и еще раз повторно опубликовав свои данные за 2006 год, лишился мало того, что репутации в ученом мире, но еще и лишился своей работы, в частности, он руководил отделом хирургии известной спортивной организации. Итак, практика плагиата существует во всем мире, с ним борются, и об этом можно говорить публично. С другой стороны, и тут я вынужден говорить о такой грустной ноте, бесконечное теоретизирование о академической честности, академической порядочности практически не иллюстрируется реальными конкретными примерами из украинской науки. Если вы в Google сделаете простое упражнение и попробуйте отыскать примеры нарушения академической добропорядочности, нарушения примеры плагиата в украинской науке, то, как это ни странно, первые 10 страниц поисковика не выдадут ни одной конкретной фамилии. По моему глубокому убеждению, корпоративная этика украинской науки молчаливо поощряет некоторые недобросовестные действия тем, что замалчивает реальные примеры плагиата. Гипотеза моего исследования основана на личном и практическом переводе более 4000 статей авторов Украины, Казахстана, Азербайджана,
перевод статей с русского и украинского языков на английский. Это все статьи, проверенные рецензентами, практически принятые в Scopus. И эта база мною не просто создавалась, а прочитывалась с 2016 по 2022 год, за 6 лет. Учитывая специфику работы, я прочитал от начала до конца все научные статьи, о которых я сегодня говорю, и поэтому исключаем те статьи из моего исследования, я исключаю статьи из исследования, которые написаны по заказу многочисленными, в кавычках, доброжелателями, которые могут создать любой текст, и статьи я исключаю, которые записаны, которые делаются ради отчета о науке. К сожалению, украинским преподавателям, украинским ученым приходится отчитываться о количестве статей. Иногда статьи тиражируются лишь ради отчета о науке. Моя гипотеза состояла в том, что когда составляется научный труд для публикации последующей, то существует соблазн заимствовать предложение, фразу, а иногда и целый абзац из уже опубликованных статей, при этом забыл указать этот источник библиографии. Мои неоднократные обращения в Microsoft Translator и Google Translate, как два самых больших сервиса по переводу, так, к сожалению, ничем и не закончились до того, пока не наступил август 2022 года. Новейшая операционная система Windows 11 в версии 2022 года в сочетании с официальной украиноязычной версией офисных приложений Office 365 встроила возможность нахождения плагиата или источников без указания, фраз без указания источников как стандартную функцию обычного текстового редактора Word. Я вам сейчас продемонстрирую на паре последующих слайдов, как это выглядит на самом деле. Если раньше должны были использоваться специальные программы по поиску плагиата, в которых нужно было, во-первых, это дорогие лицензии, во-вторых, количество слов ограничивается, в-третьих, очень много украинских научных трудов было не оцифровано. Сейчас все это решено, и это и есть вот то, как artificial intelligence, то есть искусственный интеллект, как помогает нашим украинским ученым, и не только нашим украинским ученым, создавать честные и публиковать честные результаты своих исследований. Пример. Итак, красными стрелками обозначены факты. Как теперь работает стандартный Word, в котором составляется 99% всех научных трудов? Функция сходства, мягко говоря, correction по-английски, пока это еще мягко Microsoft называет, сравнивает ваш текст на русском, украинском и английском языках с теми базами данных, которые уже есть онлайн. Open Educational Resources, так сказать. И сразу же мгновенно указывает процент сходства вашего текста. Получается, что если раньше нам нужно было прогонять все тексты через специальные антиплагиат-программы или программы для умножения плагиата, то теперь это стандартная функция. То есть вы когда теперь, когда ученые составляют свои труды, нет отговорок, что у нас нет денег, у нас нет программного обеспечения, у нас там еще чего-то нет, мы случайно вписали фразы. А фразы очень интересные. Вот красная, вот я указал нижний левый угол. Актуальные питания правового регулирования рынка финансовых услуг в Украине. Монография 2016 года. Ссылка вверху или справа прямо из этой монографии. Естественно, монография не указана. Получается, что автор научного труда просто взял красивую фразу, причем сейчас это уже не важно, русский, английский или украинский, все базы данных оцифрованы. И услужливый Microsoft сразу определяет, кто, как и откуда, мы будем называть своими
вещи своими именами. Кто откуда украл ту или иную фразу? Мне кажется, что это революция в написании, во-первых, статей, во-вторых, вот в практических примерах academic integrity или академической добросовестности, о которой мы говорим. Следующий слайд показывает, что Microsoft теперь выдает активные ссылки. То есть не просто совпадение вашего текста с конкретными источниками. Он дает фамилии, имена, журналы, издательства и конкретные статьи, параграфы, ведь откуда кто-то конкретно позаимствовал конкретные ссылки. Соответственно, вот это примеры статей октября 2022 года. Это еще не рекорд, там совпадение 4-5 источников. Позавчера, как раз перед началом этой конференции, я переводил статью, в которой было украдено 21 источник и не указано. Вот это и есть пример academic integrity и пример того, как искусственный интеллект помогает нам выявлять конкретные, совершенно конкретные примеры академической недобросовестности. Большое спасибо. Щиро дякую, колеги. Питання до пана Віталія в чаті теж не бачу. Питання ніхто не задає. Я скажу, що Віталія Сачі, директор бюро наукових перекладів, дійсний член Американської асоціації просування науки. Віталія, дякую.